У меня есть фильм «Как обрабатывать с перекисью водорода». Вот я опять побрызгаю. Очень хорошо с наружной стороны, внешняя и внутренняя сторона. И спрашивали, какой результат. Ну, если растение, посмотрите, как отзывается, ему тут хорошо, можете пользоваться перекисью водорода. Если не нравится, я вас не заставляю. Это мой опыт. Потому что меня спросили, и где результат? Вот он, результат такой. Вот так отреагировала Гликсина. Если бы ей было плохо от перекиси, она бы, конечно, показала это. Но ей нравится. Отвечаю зрителю моего фильма. Мне нравится, как реагирует растение, в частности, вот спатифилиум. Я не вижу, чтобы растение страдало, но оно выглядит веселым, ярким. Что еще надо? Это и есть доказательство, что нравится растение.